Снова здравствуйте, как мы обещали, третья часть нашей качельни. Кто не видел начало, смотрите две первых части. Будем продолжать. Продолжаем дальше. Трубка у нас уже на месте. Приварена. Здесь обвязочка, в принципе, готова. Гильза запакована. Смотрим, какие у нас задачи. Люди есть умные. Вот, можно было так сделать, можно было так. Но не знают, какие поставлены задачи. Вот здесь видим место белое. Была газовая колонка. Хозяин хочет, чтобы колонка осталась. Ее немножечко мы будем смещать в эту сторону. Вот мы написали размеры, чтобы знать, сколько места. И здесь не должно быть никаких труб. Вот нам нужно сделать байпас отсюда, да? И сделать подачи. Но его нужно так сделать, чтобы он не мешал для газовой колонки, чтобы не мешал для котла здесь обслуживать. Здесь у нас еще есть ревизийный люк. Ревизионный, его нужно иногда открывать. Вот если так посмотреть, здесь будет термоголовка. И нужно так, чтобы ничего не мешало здесь обслуживать. Опять здесь есть выхода от газовой колонки. Здесь была горячая вода. Здесь было холодное. Надо все там туда нам нужно влезть, чтобы ничто ничему не мешало. Плюс к тому же, вот здесь. Видим, трубка уже стоит пробитая. Там с той стороны стены скважина. Стоял гидрофор с пресс-контролем. Он хозяину не понравился. Он решил сделать расширительный бак, реле давления, классическую схему. И переставить его в качельню. Понимаем, что дом не новый, делается не так, как бы хотелось, а как есть место, как позволяет обстоятельства. Здесь будет стоять расширительный бак. И рядом возле него гидрофор. Нужно сделать фильтр в колбу. Там Влад уже паяет выхода, чтобы провести. Будем продолжать дальше. Thank you.
Варились мы для гравитационной циркуляции. Резьбу туда приварили. Приходится еще, надо будет вариваться для подачи из нашего узла подмеса. Получилось много раз. Надо врезаться. Вот здесь у нас узел подмеса. Уже лад попаял. Это обраточка у нас идет в системе отопления. Трехходовой клапан распределительный. И пошла обраточка у нас в котловый узел подмеса. Это для быстрого разгона системы. Получается, первая порция теплой воды с отопления не идет в теплоаккумулятор, а сразу для разгона системы быстрее оно идет в котел наш. А когда уже прогревается, ну, то есть когда не работает котел, оно будет идти в теплоаккумулятор. А здесь еще выход тоже Влад сделал. Самая холодная точка нашей системы отопления для расширительного бака. Трубы попрятали за теплоаккумулятором. Вот так дальше снимем. А расширительный бак здесь. О, Влад уже все поделал. Уже все сделал. Пока мы варили. Колба будет. И здесь будет гидрофор. Продолжаем. Работа продолжается. Здесь мы варили резьбу 1 дюйм. Это будет подача нас с насосной группы, с узла подмеса. Вот отсюда будет идти. Это здесь в этом тройнике будет подмес. Это распределительный трехходовой клапан. Обраточка нас, мы уже видели, с отопления с дома идет. Будет идти сюда. Часть будет, еще здесь мы сделаем трубу, теплоаккумулятор, часть будет тянуть горячей воды, часть той же самой с обраточки смешивать, ну, до определенной температуры, которую мы выставим. И здесь будет идти подача вот туда. В нашу трубу мы варились. Это для гравитационной циркуляции. И, в принципе, врезки все, ну, уже готовы. Получилось у нас не 2, а 4 врезки в систему. Будем продолжать. Так, работа продолжается. Сварочные работы приближаются к концу. Практически сделаны. Несколько только моментов осталось. Там резьба мы уже видели. Автоматический воздухоотводчик установлен. Здесь все запаковано. Байпас для подогрева котла для малого круга сделан. Варили на месте, уже снимать не хотелось. Здесь доступно.
труба 1 дюйм, как всегда. Это будет выход для насоса из скважины. Осталось там только здесь это забор вот из теплоаккумулятора. Вот здесь у нас еще выход есть. Вот это американочка. Вот сюда сделать трубу. И по сварочным работам будет все. Будем продолжать. Нам говорят, почему мы так долго делаем. Вот смотрим по поводу байпаса. Ну, это только один из примеров. Таких моментов есть много. Видим, если сделать трубу сюда, вот так, и более крупным планом возьмем, прямо трубу подняться, да? И здесь одно колено, как здесь, стоит. И врезаться вот так со стороны. Можно врезаться в эту трубу. Было бы у нас только одно колено здесь. Все. Резьба. А мы сделали колено. Раз, два, три, четыре. Сварочные швы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сварочных швов. Да, вот придумали мы себе работы. И так можно сделать, и так можно сделать. Это все влияет на качество работы. Почему мы так делали? Вот здесь мы уже говорили, место для газовой колонки. И эта труба здесь, вот она заняла бы это пространство, она была ни к чему. Мы ее убрали в сторону. Приблизили к котлу, чтобы она здесь не мешала. Ни для котла, ни для кого не мешает. Опять здесь, почему мы не сделали врезку сбоку? Кто имел проблемы с воздухом, когда он идет, отделяется в котле при запуске. Вот, особенно пока вода свежая. И этот воздух опять тянет по кругу. Насос тут знает, зачем вы сделали врезочку вниз. Вот видим, как правильно нужно делать. Да, много работы. Но иначе мы не делаем. Гидрофор, пресс-контроль, идет в утиль. Он уже людей немного замучил. Будем ставить расширитель, классическую схему делать. Работу продолжаем. Гидрофор на месте. Собрали, как получилось. Почему как получилось? Потому что шланг этот гибкий, слишком длинный. Вот. Ну, некуда его девать. Что есть, то есть. Шнур там, то, что был. Реле поставили, все поставили. Вот такая будет общая картина. Вот делает спайку, идет закачка воды, будем продолжать. Заливаем воду, насос шумит, видим, уже здесь температура упала. Ладно, потом зальем, продолжим съемку. Сейчас у нас интересный момент, не знаю, слышно, не слышно. Видим, здесь идет труба,
для батареи, для радиатора. И обходит порог. Здесь опускается постоянная труба. А там... А, плохо видно, да? И идет на подъемчик. А там труба. И получается, что у нас? Вот в этом месте. Это самая высокая точка. Видим глазок уровня, да? Вся подъемчик, вот так же, как здесь глазок лежит, так же само воздушная пробка, здесь всегда остается воздух. С насосом как-то греет, без насоса не хочет греть. Здесь будем делать отверстие, приваривать муку и ставить кран Маевску для удаления воздуха. Будем делать, поехали. Далеко за полночь запустили котел. Было много проблем. Там проблема хозяина с дымоходом. Дымоход низкий, там покат крыши и ветер как раз так получается, что обратная тяга. Еле-еле разогнали, как бы горит. Держим окно открытым, чтобы был приток воздуха. Но горения настоящего нету. Что видим мы на выходе? На выходе нас меньше 70 даже. Ну, это неполная его мощность. Что у нас на дымоходе? На дымоходе сейчас смотрим температура срабатывания термостата. Фиксировочка. О! Срабатывает где-то, видим, в районе 140 градусов. Это говорит о том, что он еще не горит на полную мощность. Это, ну, так настраиваем термостат, который включает котловый насос. Здесь он примотан к колену. Что у нас здесь имеется? Имеется здесь у нас термоголовочка. Мы поставили чуть больше за 50. По факту держит чуть меньше 50. Нужно 55, ну, потому что сейчас система холодная. Потом немножечко мы добавим, пускай разгоняется. Когда прогреется уже низ теплоаккумулятора, что у нас внизу теплоаккумулятора, видим, реальная температура меньше 10 градусов. Когда прогреется там до 30 градусов, эти показания немного изменятся, все станет в норму. А сейчас посмотрим так, подача наша, кран там видим для гравитационной циркуляции, подача идет в теплоаккумулятор, обратный клапан хлопушка, байпасик для котлового подмеса, сделан аккуратненько, мы говорили, там место для газовой колонки еще будет. Это выхода для газовой колонки. Опять смотрим выход из теплоаккумулятора. Мы говорили, тем же самым выходом. Здесь стоит тройничок. Тройничок. Но это обязательно делается вниз, чтобы когда котел не греет, чтобы она лично себя не грелась, эта труба, этот клапан блокирует обратную циркуляцию, когда не работает котел. И будет забор идти с самой верхней точкой. Сейчас получается самая горячая вода сразу идет на отопление. Вот по этой трубе. Здесь такой зигзаг мы сделали. Труба идет, идет, идет. И здесь узел подмеса. Насос ИБУ. Поставили мы на дом 40 градусов. Так и держит 40. Вот видим здесь. На нашей термоголовке 40. И на подаче в дом 40. Все как положено. Браточка. Это у нас браточка с дома. Вот она возвращается. Кран для гравитационной циркуляции перекрыт. Он только его включать, когда не будет электричества. Возвращается эту браточка. Через фильтр. Клапан, часть идет в насос, часть ее возвращается вот по этому тройничку и опять в котел.
Здесь уже температура так градусов около 30, возможно, чуть меньше, потому что система большая, трубы толстые, радиаторы чугунные. Здесь стоит клапан для подмеса воды. Вот это змеечка выход. Мы видели в прошлых видео. Это клапан на фризу. Здесь устанавливается температура, какая вам нужна для горячего водоснабжения. Краны сервисные. Если надо снять клапан, эти краны перекрываются. А открывается байпасик напрямую. Вот видим, там напрямую горячая вода из змеевичка. И напрямую пойдет в нашу систему. Вот сюда, да? И пойдет. Там еще есть выход. Напрямую горячая вода идет в эту сторону теплоаккумулятора. Водоразборный кран. Кстати, итальянский Джакомини. Это вам не хухры-мухры. Поставлю вот так ведро в форму. Ну, как уже получалось. Сейчас такой общий вид печельни. Уже видео, ну, должно было выйти. Мы доснимаем еще одну часть. Немного больше будет, потому что мы опять заехали в ту же котельню. Хозяин нарастил дымоход, с тягой стало лучше, но все равно при порывах ветра немного пропадает тяга. Еще хотим показать горение в котле. Вот видим общую картину, все так же, как и было. Только чистенько, все прибрано, все культурненько. Смотрим, как правильно дозагружать котел. Ну, мы дозагружать не будем, будем только открывать дверцу загрузочную. Приоткрываем. Небольшую щелочку для подсоса воздуха оставляем. Регулятором тяги закрываем дверцу. Вот здесь там крутим. Все, закрылось, чтобы не было подсоса воздуха там. И плавненько открываем. Все, оно тянет туда. Ну, опять же, порывы ветра немного гасит нашу тягу. Видим, горение вниз идет. И опять же открываем.